Мы продолжаем. В воскресенье 4 декабря в автокатастрофе под Ханты-Мансийском разбилась детская спортивная команда. Автобус, в котором находилось 30 детей, столкнулся с грузовиком. Погибли 10 детей и 2 взрослых. Еще 12 человек находятся в реанимации. В связи с этим Ирик Елалов поручил службам города проверить весь школьный транспорт Уфы на безопасность. Там у нас система мониторинга налажена через систему ГЛОНАСС, GPS, но тем не менее сейчас надо обратить внимание именно на маршрут движения, вообще опасные участки посмотреть совместно с сотрудниками ГИБДД, потому что сейчас, понятно, следствие идет, там разбирается, почему это произошло. Но вообще, так сказать, мы опять возвращаемся к профессионализму или непрофессионализму, точнее сказать, участников дорожного движения. Конечно, если то, что показывают у нас по телевизору, действительно все это произошло так, то фактически дети были обречены.